Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале Mobile Gamer, и в данном видеоролике я хотел бы попытаться решить вашу проблему, связанную с заходом в PUBG New State. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк, подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Под последним видеороликом по PUBG New State на моем канале, где я рассказывал, как же скачать и установить данную игру, я получил огромное количество комментариев под видео с просьбой помочь в решении проблемы захода на сервер, так как большинство моих подписчиков не смогло попросту зайти в игру. И да, признаюсь, я вас слегка обманул. В том смысле, что я был на 100% уверен, что мой способ установки и скачивания PUBG New State будет полностью рабочий. Но нет, оказалось совсем все наоборот. Недостаточно только скачать и установить PUBG New State, нужно и зайти в нее. И я не учел тот факт, что месяц назад происходила регистрация на данный альфа-тест. Вероятно, обязательное требование было иметь Google аккаунт именно с американским регионом, а также использовать VPN с локации США. Не должно было прийти письмо от разработчиков об успешном участии в альфа-тесте. Если что, без него вы также не сможете зайти в саму игру. И, к сожалению, для меня данный поезд уже давно ушел, так как я не знал о данных требованиях и был уверен, что без этого можно обойтись и спокойно поиграть в альфа-тест PUBG New State. Так что, если вы это заранее не сделали, то можете смело удалять игру и ждать глобального релиза PUBG New State, который, вероятно, намечен на конец этого года. Ну а к те, кто зарегистрировались на данный альфа-тест, у меня для вас есть очень хорошие новости. Но для последующих действий для начала используйте какой-то VPN. Для этого можете использовать Turbo VPN или 7-дневный пробный период Экстрас VPN, так как напомню, что данный альфа-тест не будет долгим и уже закончится 14 числа в 6:59 утра по московскому времени. После того, как зашли в Экстрас VPN и выбрали регион США и локацию Нью-Йорк, далее переходим на официальный сайт PUBG New State, ссылочку на него я, как всегда, оставлю в описании по данным видео. И именно там мы проверяем наш Google аккаунт на возможность получения альфа-теста PUBG New State. Если сайт говорит нам, что все прошло успешно и у вас есть доступ к альфа-тесту, то вас вероятнее всего перекинет сам Google Play. Далее скачиваем и устанавливаем саму игру и наслаждаемся новым PUBG New State. Но в случае, если вы успешно скачали и установили PUBG New State из Google Play, но каким-то образом не можете зайти в саму игру, то для начала поменяйте локацию вашего VPN, а именно с Нью-Йорка на Вашингтон, Лос-Анджелес или Нью-Джерси. Но если и это не помогает, то советую воспользоваться другим американским VPN. И если, наконец, ни один VPN на данный момент не помогает зайти в PUBG New State, то у меня для вас есть очень плохие новости. Скорее всего, места на сервере уже полностью заполнены. И не получится такой ситуации, которая была в Apex Legends Mobile, когда во второй бете даже те люди, которые не смогли скачать игру с Google Play, могут насладиться мобильным Apex. И их до сих пор не забанили. Но если вам удалось установить и успешно поиграть в PUBG New State, то отпишите, пожалуйста, в комментариях под данным видеороликом. У меня для вас есть очень хорошее предложение. Но на этом мне, к сожалению, все. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по PUBG New State, но и по другим мобильным играм. До скорого! Thank you.